Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Так четверых или двоих человек похитили представители Приднестровского МГБ. Власти путаются в цифрах. Парламентская оппозиция требует отставки министра внутренних дел и главы СИП. Чемишлия является первым населенным пунктом, который возвращается к жестким ограничениям, связанным с коронавирусом. Какова ситуация в городе и что говорят об этом местные власти, расскажем далее. Спорные положения закона об НПО прошли через Конституционный суд. Судьи решили, что неправительственным организациям можно оказывать платные услуги кандидатам на выборах. Над столицей разверзлись небеса. Дождь снова затопил несколько улиц Кишинева и нанес серьезный ущерб по всей стране. Метеорологи опасаются наводнений в некоторых регионах. Четыре человека были похищены спецслужбами Приднестровского региона. Об этом заявил депутат Александр Жиздан после заседания Комиссии национальной безопасности, о котором власти не сообщили прессе. По его словам, один из похищенных – это полицейский, другой – сотрудник НАОС. Еще двое не являются государственными служащими. Эти граждане находятся в Тираспольском изоляторе. Депутат утверждает, что он попросил поддержки у международных миссий, чтобы освободить людей. Между тем, в МВД сообщили, что двое из них уже освобождены. Депутат от ДПМ Александр Жиздан утверждает, что он обратился за поддержкой в международные миссии, чтобы освободить всех задержанных. Сообщили, что были похищены еще два человека. Всего похитили четырех граждан Республики Молдова. Это Амар, Фиглижин, Пурис и Манзерари. Людей похищали, надев на голову мешок. Похитители приехали фактически на одном и том же транспортном средстве, были одеты в одну и ту же форму, что указывает на то, что это операция одной и той же структуры под руководством одного и того же управления. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник подтвердила информацию, обнародованную Александру Жиздан, и добавила, что остальные трое граждан, помимо сотрудника полиции Андрея Марфи, были похищены вчера вечером. По ее словам, она пыталась связаться с так называемой администрацией Тирасполя, но ей не ответили на телефонные звонки. Мы сообщим и о других требованиях, связанных с нарушением основных прав человека. Мы проинформировали всех международных партнеров в формате 5+2. Уведомление также отправлено в Тирасполь. Но у нас пока нет ни официального, ни неофициального ответа на этот запрос. Ничего официал, ничего информал. С другой стороны, президент Игорь Дадон написал на своей странице в социальной сети только о двух гражданах, похищенных тираспольским режимом. Главным было скорейшее освобождение наших граждан, и предпринятые усилия принесли желаемые результаты. У меня состоялась личная беседа с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским, и я попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии, написал глава государства. В ответ депутат от ПДС Игорь Гроссу заявил, что президент страны даже не знает, сколько граждан Молдовы было похищено, и это свидетельствует об отношении Дадона к своему народу. Мы будем очень внимательно следить за тем, не была ли эта операция специально организована и тщательно подготовлена. Мы убедились в этом из информации, которую мы получили, если все это не является частью более крупного сценария. Гроссу также уточнил, что депутаты от ПСРМ, которые входят в комиссию по безопасности, на заседание не явились. Мы пытались выяснить причину, но один из них, Анатолий Лабунец, сказал, что у него нет времени, а остальные не ответили на телефонные звонки. Служба информации и безопасности в пресс-релизе осудила похищение граждан и отметила, что это, возможно, является попыткой повлиять на демократические процессы в Республике Молдова в разгар избирательной кампании. Представители миссии ОБСЕ в Молдове заявили, что у них есть серьезные вопросы по поводу защиты прав человека и верховенства закона после этих инцидентов. Между тем, только во второй половине четверга так называемые власти Тирасполя освободили двоих задержанных, в том числе и сотрудника полиции Андрея Марфи. Информация была подтверждена и в пресс-релизе Министерства внутренних дел, в котором отмечено, что сейчас люди вне всякой опасности, и по делу ведется дальнейшее расследование в соответствии с законом. Все началось ночью со вторника на среду, когда Андрею Амарфи, сотруднику Флорежского инспектората полиции, жена сообщила, что незнакомые лица забрасывали камнями окна их дома в Каменке. Женщина и дети в это время находились внутри здания.
Утром полицейские и несколько рабочих пришли поменять окна. Во двор вошли четверо вооруженных людей в масках и в форме с надписью МГБ. Мужчину схватили и силой посадили в неизвестную машину. В течение дня в СИБ заявили, что личности людей, причастных к похищению Амарфи, установлены. Это сотрудники так называемого Министерства госбезопасности Тирасполя. Пока никто из властей не сообщил о причинах похищения полицейского, госсекретарь МВД Сержу Головач заявил на заседании правительства в среду, что в отношении полицейского были применены незаконные действия со стороны так называемых властей Левобережья Днестра, однако не уточнил, о чем именно идет речь. После этого ночью со среды на четверг по такому же сценарию были задержаны еще трое граждан. Представители платформы «Достоинство и правда» требуют безотлагательного созыва парламента, чтобы заслушать министра внутренних дел Павла Войку, а также главу службы информации и безопасности Александра Ясауленко. В ППДП также отметили, что подготовили не только вотум недоверия деятельности МВД, но и проект решения о выражении вотума недоверия главе СИБ. В то же время в пресс-службе парламента отметили, что сейчас законодательный орган работает в режиме онлайн из-за того, что 5 депутатов и некоторые сотрудники секретариата заболели коронавирусом. Однако при соблюдении необходимой процедуры созыва депутатов через бюро парламента заседание может состояться, но пока неизвестно когда. Представители платформы «Достоинство и правда» требуют срочного созыва парламента для обсуждения и анализа вопроса о похищении полицейского из Флорешт так называемыми правоохранительными органами левого берега Днестра. Это трагический и логичный финал всех игр Игоря Дадона по торговле страной. То, что произошло вчера, было пятым похищением. Игорь Дадон играл с огнем и доигрался. Теперь ни один гражданин Республики Молдова не может чувствовать себя в безопасности. То, что происходит, очень серьезно. Государственная безопасность под угрозой. На имя кого открыто дело в МВД? Чтобы созвать постоянное бюро парламента, которое определит дату созыва законодательного форума, необходимо, чтобы либо спикер выступил с такой инициативой, либо 1/3 депутатов потребовала этого. Мы в срочном порядке потребуем созыва пленарного заседания парламента, на котором должны заслушать главу СИБ и министра внутренних дел. Мы подготовили следующие два документа. Вотум недоверия политике МВД и проект решения о выражении вотума недоверия господину Ясауленко. Мы связались с другими депутатами от оппозиции, которые отметили, что они поддерживают это предложение. Я еще со вчерашнего дня попросил созвать заседание парламента для проведения этих слушаний. Мы поддерживаем это предложение и подпишем вотум недоверия министру Войку. Мы 3-4 недели требуем срочного созыва парламента. Я считаю, что все правительство должно быть отправлено в отставку, а не только один министр. В то же время социалисты считают, что и министр Павел Войку, и глава СИБ выполняют свою работу хорошо. Депутаты от ППДП – это депутаты от оппозиции, и они могут говорить что угодно, и это не значит, что что-то, что они говорят, аргументировано. Господин Войку выполняет свою работу в соответствии с законодательством, регулирующим его деятельность. За комментарием мы обратились к пресс-секретарю президента Кармине Лупей и пресс-секретарю СИБ Даниэле Манзату. Однако никто из них не ответил на наши телефонные звонки. Советник по связям с общественностью министра внутренних дел Алина Сбанка сообщила, что МВД не комментирует эти заявления. И в случае необходимости министр Павел Войку появится в парламенте. Кандидат в президенты от партии «Национального единства» Октавиан Цыку объявил, что подаст уголовную жалобу на имя тираспольского лидера Вадима Красносельского и так называемого главы Министерства госбезопасности Приднестровского региона Валерия Гебаса. Это связано с тем, что накануне из собственного дома, предположительно, представителями МГБ Приднестровья был похищен полицейский из Флорешт. По мнению Октавиана Цыку, к похищению полицейского из Флорешт привела дружба президента Игоря Дадона с сепаратистами и российскими войсками из Приднестровского региона. Этот бандитский поступок не должен остаться незамеченным. За эту преступную акцию должны заплатить не только руководители Приднестровского МГБ, но и лидеры сепаратистов во главе с другом Игоря Дадона, президентом Вадимом Красносельским, написал Октавиан Цыку на своей странице в соцсети.
Кандидат в президенты от партии «Национального единства» Октавиан Цыку утверждает, что в ближайшие дни он подаст уголовную жалобу на Вадима Красносельского и главу так называемого Министерства госбезопасности Приднестровья Валерия Гебаса. Цыку добавил, что, цитата, «недопустимо, чтобы сепаратисты похищали наших граждан, а Игорь Дадон целовался с красносельским и сепаратистским аппаратом Тирасполя». Мы хотели узнать, как прокомментирует эту ситуацию пресс-секретарь кандидата в президенты Игоря Дадона Людмила Мунтян, но она не ответила ни на наши звонки, ни на сообщения. В среду Мунтян сказала нам, что власти работают над тем, чтобы прояснить ситуацию и раскрыть дело о похищенном полицейском. Тираспольские власти до сих пор не сделали никаких заявлений по этому вопросу. Республике Молдова срочно нужна национальная программа развития аграрного туризма. Такого мнения придерживается кандидат на пост президента страны от политической партии ШОР Виолетта Иванов, которая заявила об этом во время встречи с избирателями в городе Шелдонеште и в селе Распопень Шелдонежского района. Иванов также сказала, что знает, как решить проблему с засухой в Молдове. Кандидат на пост президента от партии ШОР Виолетта Иванов утверждает, что ее программа реформ «Молдова-2024» включена в национальную программу, в которой предусмотрено и развитие аграрного туризма, что очень важно для страны, подчеркивает депутат. У нас есть возможности, у нас много красивых мест, которые могут посетить иностранцы из разных стран. Никто не появится и не наведет порядок в нашем доме, если мы сами этого не сделаем. Надо создавать условия, чтобы молодежь не хотела уезжать из страны. Виолетта Иванов говорила с жителями города Шелдонеште и села Распопень о ситуации в аграрном секторе, который сильно пострадал в этом году. Кандидат на пост главы государства сообщила, что обратится к правительству с предложением выкупить у фермеров урожай следующего года. Государство должно стать основным потребителем отечественной продукции, поэтому мы должны проанализировать и пересмотреть потребности внутреннего рынка, чтобы государство и граждане Республики Молдова потребляли наши продукты, хорошие и качественные. После встречи с Виолеттой Иванов люди отметили, что большинство решений и проблем, с которыми они сталкиваются, заложены в предвыборной программе «Молдова-2024», разработанной командой партии ШОР. Жители преподнесли кандидату на пост президента цветы и пожелали успехов. «Она женщина сильная. Мы думаем, что она сделает что-то для людей. Ожидаем, что станет лучше». Это программы во благо людей. Мы надеемся, что будем жить так же хорошо, как в Аргееве. Напомним, в предвыборную программу Виолетты Иванов включены 4 ключевых компонента – инфраструктура и региональное развитие, сельское хозяйство, социальная защита и здравоохранение, борьба с коррупцией. В каждой области оговорен четкий план действий с конкретными показателями. По другим темам. Дожди снова привели к разрушениям и потопам. В Кишиневе десятки улиц превратились в настоящие реки. Водоемы вышли из берегов и затопили некоторые домохозяйства. Возможные последствия обильных осадков беспокоят жителей населенных пунктов страны. Некоторые могут остаться без крыши над головой. В столице десятки участков проезжей части были затоплены. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как машины движутся с небольшой скоростью, а пешеходы едва могут пересечь улицу. Некоторые водители оказались заблокированы в собственных автомобилях прямо посреди дороги. Так, на улице Крянгой колеса проезжающих машин полностью уходили под воду. Во всем городе движение было затруднено. Затоплены и некоторые домохозяйства в Кишинево. Дворы превратились в пруды. Недавно отремонтированная столичная улица Албишуара, в реконструкцию которой было инвестировано около 120 миллионов леев, снова оказалась под водой. Несколько интернет-пользователей опубликовали кадры плывущих по ней автомобилей, а также людей, которые пробовали перейти дорогу. При этом вода доходила им до груди. Гроза и сильный дождь нанесли значительный ущерб и населенному пункту Башкана Кривулянского района. Там были разрушены заборы, дома затоплены, деревья повалены. Потребовалась помощь спасателей, чтобы разблокировать местные дороги.
В ближайшие два дня Молдову ждут сильные дожди. В связи с этим объявлен желтый код метеоопасности. Количество осадков может достигать 50-70 литров на квадратный метр. Некоторым районам страны грозит затопление. Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает население о том, что в некоторых реках возможно повышение уровня воды. Спасатели рекомендуют местным органам государственной власти и экономическим агентам, в чьем подчинении находятся водоемы, держать под контролем состояние дамб, мостов и путей водоотведения во избежание чрезвычайных ситуаций. Напомним, в конце сентября в результате проливных дождей десятки домов в Камрадском районе были затоплены из-за того, что из берегов вышла река Ялпуг. Правительство выделило из резервного фонда почти 2 миллиона леев на ликвидацию последствий непогоды. Деньги предназначены для очистки русла реки и устройства защитной дамбы. Далее о ситуации, связанной с коронавирусом. Тревожная ситуация в Чемишли. Начиная с 10 октября из-за увеличения числа случаев заражения COVID-19 рынки и учебные заведения в городе закроют. Не будет ходить и общественный транспорт. Информацию подтвердила для нашего телеканала местный и районный советник от политической партии ШОР в Чемишли Виктория Крылан. По словам местного советника, из-за увеличения количества случаев COVID-19, зарегистрированных с начала октября в городе Чемишлия, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести ряд ограничений. В прошлом месяце у нас было 219 случаев. В этом месяце за первые 8 дней у нас уже 98 случаев. Ситуация довольно сложная и серьезная в районе. Ситуация есть кам комплит и есть кам грав район. Виктория Кырлан говорит, что в районной больнице больше нет места для инфицированных пациентов. Районные власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить распространение вируса. Мест в больницах нет. Это больница для многих сел. В нее госпитализированы пациенты даже из Бессарабки. Конечно, мест нет. И у председателя района Михая Алреску положительный результат теста. Я скажу вам, что предпринимаются какие-то меры. Однако мне очень жаль, но я их не вижу. Тот тест позитив. С 10 октября в Чемишли закрываются рынки, детские сады и школы. Кроме того, движение общественного транспорта будет приостановлено. Местным жителям разрешено выходить из дому только при острой необходимости. Будут работать только большие магазины. Они будут открыты, чтобы у граждан была возможность приобрести продукты. Остальные экономические агенты должны приостановить деятельность. Овощной рынок будет закрыт. Ситуация серьезная. Потребуется помощь и 6 карабинеров, которые будут патрулировать улицы. Они могут останавливать людей и спрашивать о том, почему они вышли из дому и куда направляются. Ограничения будут действовать в течение последующих 14 дней. В беседе с нашим корреспондентом вице-председатель района Геннадий Гросу отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, уточнив, что все детали есть на странице районного совета в соцсетях. В настоящее время в Чемишлийском районе зарегистрировано более 500 случаев заражения коронавирусом и 19 смертей от COVID-19. Уточним, в Кишиневе также все больницы, предназначенные для больных коронавирусом, заполнены. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виарика Думбровяну сообщила, что принято решение создать еще 300 дополнительных мест в республиканских учреждениях. В Молдове снова антирекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Из 3728 тестов, обработанных за последние 24 часа, 1121 положительный. Из них 5 случаев завезены из-за границы, 65 зараженных медицинские работники. Всего в республике с начала пандемии были инфицированы 59 915 человек. В течение сегодняшнего дня скончались еще 18 пациентов, 10 мужчин и 8 женщин. Общее число летальных исходов из-за коронавируса в Молдове – 1424. Представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты сообщают, что 776 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели 528 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 5 миллионов, сообщает Министерство здравоохранения страны. Бразилия находится на третьем месте по количеству случаев инфицирования. Ее обгоняет Индия, где уже зарегистрировано почти 7 миллионов больных, и США. Там 7 миллионов 700 тысяч человек.
Тем временем Всемирный банк обнародовал информацию, что из-за пандемии в нищете только в 2020 году окажутся до 115 миллионов человек. Они будут выживать в среднем на 2 доллара в день. На этот момент в мире 9% населения живут за чертой бедности. В Европе сразу в четырех государствах – Болгарии, Украине, Польше и Чехии – за истекшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом. Экс-президент Украины Петр Порошенко, болеющий COVID-19, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его супруга. Ситуация осложняется тем, что у Порошенко сахарный диабет, и медики считают это дополнительным фактором риска. Тревожное положение во Франции. Повторный стремительный рост COVID-19 начался в конце августа. В Париже действуют усиленные карантинные меры. Французские службы здравоохранения предрекают заполненность реанимации пациентами с коронавирусом наполовину, а к концу октября полностью. В Италии аналогичная ситуация. В связи со всплеском коронавируса правительство продлило режим чрезвычайного положения до 31 января 2021 года. В постановлении ОЧС добавлен пункт об обязательном ношении масок на всей территории страны. Эпидемиологические ограничения коснулись и островного королевства Великобритании. В Шотландии решено с пятницы закрыть все пабы и рестораны в наиболее населенных регионах. Ирландская полиция установила на дорогах страны 132 контрольно-пропускных пункта, чтобы ограничить движение автомобилей между регионами. С четверга бельгийской столице Брюсселе по меньшей мере на месяц прекратят работу бары и кафе. В последние дни в городе фиксировалось рекордное число новых случаев COVID-19. В Бельгии один из самых высоких уровней распространения коронавируса в мире. На каждые 100 тысяч человек здесь приходится около 250 заболевших. В США заболевший коронавирусом президент Дональд Трамп пообещал предоставить гражданам страны такое же лечение, как он получал сам, а также поставить бесплатные больницы экспериментальные препараты. Отметим, что во время лечения ему помог препарат Регенерон. Российские СМИ сообщают, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин, так как контактировал с человеком, инфицированным COVID-19. Глава Русской Православной Церкви чувствует себя хорошо и продолжает работать. Кирилл обратился к братии Троице Сергиевой Лавры и сообщил, что не сможет совершить туда свой традиционный визит, так как период самоизоляции еще не закончился. Он подчеркнул, что посчитал невозможным подвергать риску заражения присутствующих на торжестве. Патриарх по возрасту входит в группу риска. В ноябре ему исполняется 74 года. Весной он установил наказание против священнослужителей, которые нарушают правила эпидемиологической безопасности при проведении службы. В ходе первой волны коронавируса патриарх Кирилл поддержал закрытие церквей для прихожан. Конституционный суд Молдовы признал частично неконституционными положения закона об НПО, запрещающие неправительственным организациям оказывать платные услуги политикам во время предвыборной кампании. Решение вынесено 8 октября после обращения депутата от партии «Действия и солидарность» Сержу Литвиненко. Запрет на бесплатные услуги остался в силе. Напомним, речь идет о законе о некоммерческих организациях, который был принят 11 июня. Документ предусматривал, что в период избирательной кампании НПО не могут оказывать услуги и/или поддерживать платно или бесплатно кандидатов на выборах и не могут вести предвыборную агитацию. Однако имеют право проводить мероприятия, связанные с продвижением кандидатов, организацией дебатов и мониторингом избирательных кампаний. Ремонт дорог в Аргееве продолжается. На этот раз модернизируют улицу Кодру в секторе Слобозия-Дуамней. Она не ремонтировалась с советских времен. Местные власти заявляют, что восстановление инфраструктуры города – необходимость, которую нельзя откладывать. В свою очередь, жители говорят, что довольны проектами, реализованными в их населенном пункте. Дорога на улице Кодру в Аргееве не ремонтировалась с советских времен, а сейчас там кипит работа. Уже залили первый слой асфальта, дальше предстоит обустроить тротуары и поменять бордюры. Примар Аргеева Павел Вережану говорит, что задействовано самое современное оборудование. Я очень надеюсь, что к заморозкам мы закончим этот участок дороги. Все, что мы запланировали в этом году, идет по плану. На выделенные деньги удалось отремонтировать улицы Кодру, Дичибал, Тинеретулу, Калыраш, Садовяну. Протяженность этих улиц составляет 6 километров. Жители улицы Кодру поблагодарили власти за реализованные проекты. Они рады, что им больше не придется ходить по грязи и ямам.
правом. Молодцы. Что-то хорошее и красивое. Действительно, когда здесь дождь, не дай бог, ни одна скорая не могла подъехать. Сказка. У нас еще в Аргееве такого не было. На десятку. На нескольких участках улицы Аргеева ремонтные работы начались 15 мая. Из местного бюджета на это было выделено более 20 миллионов леев. Ранее в эксплуатацию сдали улицу Михаила Садовяну, одной из основных артерий города. Ремонт завершен и на улицах Унире, Василия Лупу, Вероники Микли и Валерию Купчи. В 2020 году городские власти намерены отремонтировать все главные дороги в Аргееве. Работы проводит муниципальное предприятие жилищно-коммунальных служб, что гарантирует выполнение работ на высоком уровне и позволяет сэкономить около 30% бюджетных средств. Вторая волна пандемии, объявленная властями, по всей видимости, не пугает многих владельцев домохозяйств. В самом разгаре подготовка к зиме. Хозяйки консервируют и маринуют овощи, варят варенье и закатывают компоты. По их мнению, так, если придется долго оставаться дома, они не будут испытывать нужды ни в чем. Елизавета Гашпер из села Фурчены Аргеевского района консервирует овощи. С большим энтузиазмом 68-летняя хозяйка готовит на зиму фаршированные помидоры. Хозяйка рассказывает, что помимо этого на зимнем столе будут и другие заготовки. Помидоры делим пополам и добавляем маринад. Здесь петрушка, укроп, чеснок и острый перец. Это фасоль. Мы ее очищаем. Нут есть, бобы тоже. Надо морковь достать. Фасоль с интелем, батутлем, лямбентуратлем, кусом лалоку лор, улякоди на охоту, улякоди боб, чея. Еще одно лакомство, от которого язык проглотишь – баклажаны с чесночным соусом. Порядок приготовления такой. Овощи обдают кипятком, хорошо высушивают, а затем промывают холодной водой с солью, чтобы вышла горечь. Мы ем вынутым муждей. Мы замачиваем баклажаны в чесночном соусе. Уже есть специально приготовленная капуста, лук, морковь. Мы заливаем их и перевязываем пастернаком или сельдереем. Оставляем так, пока они немного не нальются. Когда я вижу, что они увеличились, я их отвариваю. Это рецепт моей мамы. Елизавета Гашпер пригласила нас в свой подвал, где хранятся ее запасы. Сама хозяйка говорит, что даже не знает точного количества приготовленных ею банок. Семья большая, пояснила женщина. 5 детей, 15 внуков, 5 правнуков. И полакомиться ее соленьями должен каждый. А для знаменитых молдавских голубцов у Елизаветы свои секреты. Это особенный рецепт. Приносите виноградные листья с поля. Они обязательно должны быть без росы. Кладете в банку и закручиваете. Хранится 10 лет. А зимой, когда вы кладете их в кастрюлю, чтобы ошпарить кипятком, в доме пахнет виноградной лозой. Хозяйка поразила нас и своими вареньем и компотами. И с гордостью сказала, что все овощи и фрукты выращивает на собственных участках земли. А если там костровец, чап, устрой... Здесь я посадила огурцы, лук, чеснок. Все, что мне пришло в голову, то и посадила. У нас есть и сало, и разная зелень для борща. И здесь у меня красота. Тут маринованные патиссоны и помидоры чили. А это аджика из слив. Елизавета Гашпер говорит, что один осенний день способен прокормить ее семью целый год и призывает всех домохозяек запасаться на зиму. А кто заинтересовался рецептами хозяйки, унаследованными от ее предков, могут обратиться к ней. Напомним, из-за засухи в этом году овощи и фрукты стали дороже, и погреба многих домохозяйств, скорее всего, не будут такими полными, как раньше. И на этой неделе еще 7 победителей конкурса «Смотри и выигрывай» стали обладателями денежных призов, которые они получили за просмотр программ центрального телевидения. Счастливчики говорят, что потратят деньги на семейные нужды. Татьяна Кадрян из Аргеева с волнением узнала, что выиграла в конкурсе «Смотри и выигрывай» центрального телевидения. Она с радостью пришла в редакцию забрать свой приз. Каждый вечер смотрим телевизор, заполняем, отсылаем смс-ки. Обрадовалась, потому что я очень редко выигрываю. Елена Гребинча из Аргеева говорит, что просто потеряла дар речи, когда ей сообщили о выигрыше. Для нее приз станет серьезным финансовым подспорьем.
Вчера, когда нам сообщили, я обрадовалась, потому что нам не очень везет в розыгрышах. Это прибавка к небольшой пенсии, которую мы получаем. Для Сергея Бурдунюка и его семьи просмотр передач центрального телевидения стал настоящим хобби. Мужчина говорит, что это не первый выигрыш, но и в этот раз его захлестнули эмоции. Это не первый выигрыш на центральном телевидении, и мы очень рады. Это уже как хобби. Приходим с работы и включаем центральное телевидение. Правила конкурса «Смотри и выигрывай» просты. Участники должны отправить на номер телефона, указанный на экране, смс-сообщение с четырехзначными кодами, в том порядке, в котором они появляются в эфире. С понедельника по пятницу зрители могут выиграть по 1000 леев, а каждые выходные по 2000 леев. Благодаря поддержке благотворительного фонда «Мирон Шор» этим летом сотни зрителей, принявших участие в розыгрышах центрального телевидения, выиграли ценные призы. На сегодняшний день более 300 человек получили подарки на сотни тысяч леев и даже два автомобиля. Смотрите центральное телевидение. Участвуйте и выигрывайте. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Далее прогноз погоды по республике и за рубежом на пятницу. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе 9 октября пройдет гроза, будет 20 градусов тепла. В Бричанах 17 градусов выше нуля пройдут дожди, как и в Бельцах, там будет плюс 19. В Сороках, Флорештых и Леушенах 20 градусов тепла. Грозовые дожди пройдут во всех трех населенных пунктах. В Аргееве 20 выше нуля, в Унгенах 18 градусов тепла, в Дубасарах будет плюс 22. Везде ожидаются осадки. В Тирасполе пройдет гроза, будет 23 градуса тепла. В Камрате 22 выше нуля и дожди. Осадки ожидаются и в Кагуле. Там будет плюс 19. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте 18 градусов тепла, в Киеве будет плюс 21. В Москве 14 выше нуля. Дожди во всех трех городах. В Лондоне 14 градусов тепла, пройдут осадки. В Мадриде 26 выше нуля. В Париже плюс 15. Пройдет дождь. В Риме плюс 22. В Берлине 15 градусов выше нуля и дожди. В Афинах 25 с положительным знаком.